С 17 по 19 октября в области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж». Главная цель полицейских – установить личности бродяг, проверить их документы и при необходимости оказать помощь. Подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Свалки, колодцы, заброшенные здания, чердаки и подвалы. Стражи порядка проверяют места, где чаще всего обитают бездомные. Бомжей доставляют в приемник-распределитель городского УВД. Здесь проверяют их документы, берут отпечатки пальцев и сверяют со списками разыскиваемых преступников и без вести пропавших людей. При необходимости оказывают медицинскую помощь. За время оперативно-профилактического мероприятия «Бомж» полицейские проверили больше 100 точек, где могут жить бродяги. В приемник-распределитель доставили 198 человек, у 30 из них не было документов. В среднем за рейд доставляется 20-25 человек, доставленные лица дактилоскопируются, ставятся на фото-видеоучет образ плюс-плюс, их личность проверяется по учетам ИБД, МВД, РК. По установлению личности данные лица освобождаются. При необходимости оказывается социальная либо медицинская помощь. Также в ходе операции стражи порядка установили 12 фактов нарушения миграционного законодательства страны. Выявили одного разыскиваемого по подозрению в совершении уголовного преступления и двоих должников. Всего с начала года в приемнике распределителей побывали 2500 человек. Денис Сивков при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.